Всем привет! Я вас благодарю одной новостью. Я окончательно вернулся на YouTube. Сейчас потекут вопросы. Где же я был все это время? Почему я пропадал? Я уже заснял видео на YouTube. И это полное видео. Объяснение того, что меня не было. Первая причина. У меня абсолютно заблокировался YouTube. То есть он не заблокировался. Во-первых, у меня, в принципе, проблемы с YouTube, потому что меня блокировали два раза. И, ну, как бы, проблемы были такие солидные. Пока я их разбирался, все это... Да, просто у меня два раза на моем канале блокировали. Потому что мы все фильмы с Глебом, хоть я с ним сейчас и не общаюсь, тоже как проблема. Все эти видео с ножами, там не с ножами, залетают на мой канал и блокируют, естественно, меня, а не Глеба. Еще плюс ситуация с Глебом. Мы сейчас с ним вообще не общаемся, и, может быть, он Глеб уже об этом рассказывал. Ну вот, почему по-настоящему меня не было? То есть, ну, даже по-настоящему все эти причины были. Во-первых, я был в отъездах, и за это время я успел отъезжать в больнице. Пока я пропадал, я пока что пропадал. Со мной все абсолютно в порядке. Все мои участники на месте, ну, кроме Глеба, ну, кто-то из моих участников, там, Руся, еще может кто-то, я не знаю. Пока что у меня только один Руся участник, но еще там Андрей один чел есть. Пока что я, возможно, с ним познакомлю. Ну, и, возможно, скоро будет Глеб, как всегда. Ведь мы с ним постоянно ссоримся, помиримся, но сейчас мы с ним еще что-то... Вообще помириться не можем. То мы вот с ним недавно не распомирились, и поэтому меня послал. Короче, дичь, да и только. И так-то, в общем-то. Возможно, меня скоро на канале на YouTube вообще не будет. Возможно. Лет через 10, когда уже YouTube устареет. Ладно, шучу. Я продолжала пилить видосы. Наша цель, то есть, ну, по крайней мере, цель за до 15 июня набрать 500 подписчиков на канале. До 15 июня. Сегодня у нас 29 мая, и уже завтра, уже послезавтра, в 20:59, лето! И, в принципе, вот, и сюда, вот, Давненько я уже вообще на ютубе не был, я вообще не появлялся так давно. Ах, ну, все, в принципе, вот, все узнаваемо. Все, вот, иду узнаваемо. Вот, бабосики. В общем-то, насчет того, что я буду пилить видосы, я буду каждый день стараться и пытаться передать для вас хорошие видосы. Ну, давайте. Всем пока, всем удачи.